Три новых реанимационных автомобиля под Новый год получили в областной детской больнице. Первоначально планировали приобрести две единицы техники, но удалось сэкономить и докупить еще одну. Автомобили оборудованы спецтехникой, которая позволяет производить реанимационные операции. Новые машины пришлись как нельзя кстати, потому что сегодня износ автопарка в областной детской больнице составляет 100%. Эти машины нам были крайне необходимы, поскольку парк наших автомобилей изношен уже на 100%, и эти машины нам были нужны как воздух.